Всем привет, с вами Селестиан. Это мой новый хант, который создал недавно. Шмот весь 384 левела, даже за Honor пока что нет. Здесь будет первая БГ. Бегать я буду в ММе. В таком вот спеке, с улучшенными аспектами, с обезьяной. Вот, выбор пал на Бладельф, потому что за орков я не могу играть, они, не знаю, мужики там слишком такие шкафоподобные, тролли горбатые. Бладельф, в принципе, нормально. Девки, конечно, у них слишком худые, поэтому я решил все-таки мужика создать. Да и видящий у меня троллиха для разнообразия. Посмотрим, кто против нас. Ну, хорошо, хочется не примейть, потому что у нас, смотрю, народ так себе, но хотя бы хилеры есть. Да, есть хилер, это уже хорошо. Опасный какой-то демон там стоит. В каком-то нереалити шмоте, наверное. А, нет. Жесть. Пипец, он на себя трэшен понацеплял. Так, погнали, забыл я купить воды. Еды, так что буду бегать как-то на сухую. Фарматолог идет за берсом. Да, первый он возьмет берс. Ну и нормально, потому что шмот у него всяко лучше, чем у меня. Вряд ли я смогу выдать какие-то там опасные цифры. Да, забыл включить трек. Идем по хилеру. Elemental Mastery. Вскрывайся, бро. Spirit Walker's Grace. Trinketed Desperate Prayer. PS, конечно, нам не нужен. Идем по магу. Ice block, hungering cold. Да, hungering cold. Lichborn. Trinketed. Хрен тебя не Lichborn. Ice block down. Ну, они все толпой шли за флагом, так что сейчас будем их встречать. Пойдут, я думаю, по верху или по кишке. Да, идет по кишке. Этого сейчас заберут, и Зака попытается забрать флаг второй раз. Сейчас с Закой можно сразиться будет. Да, увидел Ферала. Банки стан по Фералу. Тринкует. Нет, не тринкует. Идем по Фералу. Снейки. Сейчас будет подбег, наверное, какой-то. Нет? Ну, Ферал, видимо, неопытный. Удалось его фирануть. Кидаем трапу. Еще трапу. Сейчас будет подбег со станом, который мы успешно тринканем. Нет вообще никакого сопротивления. Двойной отпрыг делаем, чтобы догнать Заку. Голый вар. Забираем флаг. То есть, как видно, даже в начальном шмоте можно неплохо тащить. Все равно кто-то прорвался у нас за флагом. Murder Low. Берем его. Кинем препор, но на нем блит висит от другого рога, так что это не проблема. Идет по нашему хилеру. Эймшот. Кинем флэш, чтоб не завенишился. Ну, против нас, короче, вышли не такие опасные парни, поэтому все хорошо. Первый флаг наш. Я думаю, так будет продолжаться дальше. Попробую сходить сейчас за берсом, который у Альянса. Гляну, конечно, может, у нас еще что-нибудь есть. Нет, у нас берса нет. Опасно сейчас идти здесь, потому что склад Бона как раз с респа полезут роги. Как минимум двое. Сейчас я дико рискую.
что же на спринтах он меня заметит. Scattershot. Frenzied regeneration. Вот они. Pillar of Frost. Desperate prayer. Уйдем в камуфляж. Да, пока не увидели меня. Кинем Hunter Mark на одного. Нет, лучше того. Да, быстренько заберем мага. Нифига себе. 50 тысяч прошли. Прошел урон. Начинаем с эймшота, потому что 60% крита должно критануть. Да, критануло. Не даем ему скастовать ничего. Кидаем сало. Скатер. Забираем. Отлично. Увидел Роган. Спаливаем его. Murder Lol. Байк такой. Не даем ничего скастить хиллеру. Делаем Monkey Stun, берем фокус. Не знаю насчет Итана. Народу там сзади много. Шаман на меня зуб имеет. Да, Итан пошел по мне. Бурстит. Че это у нее там за пэт? Сейчас заберем его. Да, без духа зверя БМ не БМ. Если у него, конечно, феникса нет. Да, феникс у него есть. Вреслом Магри. Можно забирать и всех этих антарктидцев и прочих. Preparation. Cloak of Shadows. Shadow Dance. Siberian. Cloak down. Wolves. Увидел Рога. Да, спалил его. Ну давай, Shadow Step, бро. Как не сделаешь ЭД. Наш несет второй флаг, я думаю, нормально он его донесет. Что касается этого Лолза, сейчас попробуем кинуть ему второй стан. Сейчас он бланкет кинем в каст. Сбиваем с катером. Отлично. Интересно от нашего. Ну, у бедняк один хиллер. Их можно понять. Сетап у них, в принципе, по силе точно такой же, как у нас. О, Итана, посмотрим, бро. Посмотрим, на что ты способен. Так. Beast within. Anti-magic shell. Кинем сакру. Пэта в трапу. Пэта в фир. Вот здесь-то, кстати, нам и нужен наш... наша проникающая способность. Фиранем Фирала. Фокуса хватает, отлично. Забираем его. Так, Monkey Stun по этой собаке. Скатер. Да, что-то не спалил я его. Ну ладно. Где дотащит наш флаг? Дотащит медленно, так что нужно не париться. Посмотрим. А, тащит его голый маг. Готов. Ну что, в принципе, даже, наверное, нормально. Сейчас посмотрю по статам, какой у меня урон. На первом месте. Так что нормально. Будем одевать этого Blood Эльфа в планах взять на нем топ арены с ботом. Я вам не говорил, может быть, я программер, у меня есть боты, которые я продаю. Поиграем с ботом. То есть в два окна попробуем взять топ арены 2-2. Это будут вообще, я думаю, просто угарные фановые видосы. Но для начала нужно немножко все равно этого ханта одеть, чтобы хотя бы, ну, БГ какой-то шмон был. Потому что просто печально на арене частенько попадает.
попадаются чуваки даже на самом старте уже в каком-то нереальном гладиаторском шмоте, и их просто не забрать. Dark Simon Agnum. Вот. Чтоб, кстати, не забанили, я использую специальный аддон, который меняет имена. То есть персов на самом деле зовут по-другому, и этого хамта бота будут звать по-другому. То есть даже если кто-то там заскринит, заснимет, вряд ли получится их добавить. Даже если забанят, как бы и ладно. Как сами видите, вот можно создать с нуля ханта, и он наносит вполне нормальный урон. Deterrence. Потому что никакой проблемы одеться на серке можно довольно-таки быстро. Точно не скажу сроков, но я думаю, это месяц-два, как-то так, фулшмот. 3-3, конечно, я не беру. 3-3 на любой пиратке — это всегда печаль. Это либо сливы, либо какие-то супер нереально одетые мужики, которые там раз в год тебе попадаются. То есть обычно взять в 3-3 там какой-то хороший рейд практически нереально. Trinket anti-magic shell. Pillar of Frost. P.S. Что касается ботов, покажу вам своих ботов. Вот, я думаю, это будет очень интересно. Реально крутые PvP-шные боты. For fun, даже с ними прикольно поиграть. Быстрее, блин! Нет, ринкует, нет, ринкует, это хорошо. Не знаю, видимо, чувак решил взять реванш. Фак, рок, ой, сбивает мне все контроли. Лок, это печально. Как бы все равно его тут заберут. Так, наши почему-то не могут взять флаг до сих пор. Сейчас попробуем. Не знаю, что они там затупливают. Этого что ли бояться? Антарктидец. Блайн тринкуем, нафиг надо. Сало. А, там опасная толпа, я смотрю. Ну, на самом деле, такую толпу очень легко избежать. Гоу, гоу, пал, что ты стал? Просто впрыгивайте под детернсом. Вот, отпрыгом выбегаете из комнаты с флагом и быстренько улепетываете. Не рекомендую, конечно, юзать readiness в комнате с флагом. Лучше readiness юзнуть, когда уже выйдете отсюда. Так, попробуем догнать Флейми, Манкистан. Урон, конечно, у нас не очень, мягко скажем. Скаттертрапа. Сало. Убежим, чтобы он в трапу попался. Trinketed. Cloak of Shadows. Evasion. Ладно. Просто так забираем. Dismantle. Отлично. Даже пока в ноль идем, да, похоже? Да, идем в ноль. Evasion down. Наш паладин несет флаг последний. С первого БГ, и очень хорошо так все начинает. Ну, потому что хилеры еще у нас есть, конечно, это... Тут уж что говорить, с хиллером всегда лучше. Успели затащить этого рога. Anti-magic shell. Spring. Сейчас. Нет, не успел. Сразу же сухой варсонг, 3-3.
Че, по урону даже на первом месте, что ли? Да, получается так. Ну, так вот, спасибо за просмотр, всем пока.